Здравствуйте, фанаты гениальной игры. Итак, я обшарил катакомбы. Набрал кучу лута. Надо сбегать в Firelink. По-быстрому. И пойти к Ацейросу, наверное. Сейчас разберемся, походу. Поехали. Giant. Seems like ages passed. I imagine his passing was long ago. I miss the old bugger, I do. Я тоже. Thanks. I'll be sure this coal is put to good use. I'll be smithing weapons never afore seen by the likes of ye. It's but a small service to pay my humble respects. Be careful. What? Oh, by the way, if you find any bacon with a pretty, I don't want. Ah, yes. There is one thing. There is a darkness. Whether the fear is. Do stay. Ashen one. Thanks, good. Well, very well, then. Hey.
Опять стоит. Он жирный. Чё-то вообще беда. Он пожирнел-то так.
Где шаркат открывается? Я что-то не помню. Дальше что ли, блин?
что ж меня все убивают-то сегодня? Господи. Может, я ран туда иду еще? Нафиг. Ignorant slaves. Finally taken notice, have you? Of the power of my beloved Ocelot, child of dragons. Well, I will not give him up. For he is all that I have. Красавчик какой. Ocelot.
ну, бестолковый какой-то босс, честно говоря. Ну, визуально-то он красивый, конечно, интересный, но с точки зрения битвы, ну, бестолковость какая-то. Прыгал по горам, его не достать там. Ну, в общем, победили, ладно. Идем дальше. Он, в общем-то, нужен, чтобы дальше пройти, а так-то. Я бы его обошел даже, если бы можно было. Окей. На камнях надписи. Кто прочтет, я проставляюсь. Пойду душ потрачу сначала. Be careful. I don't want to. Then take.
Passion One. Нормальная такая змеюка. По-моему, это мираж. Проверим. Так, точно. Thank you.
Что-то рановато я сюда пришел, по-моему. Жирные они тут все. Ладно, посмотрим. Thank you.
Вау. Еще и вторженец есть. Круто. А дроп где? Бессовестная. Наплодилось вас тут.
Я не в состоянии запомнить, где костер, где что тут вообще. Господи. Вроде три поворота. О, вон костер. Welcome, husband. Very well. Then take. Prithee, be careful. I don't want to see my work squandered. Prithee, be kind. Ashen one.
Сволочу я такая. Твою мать, а! Иногда вот они жутко бесят такие ситуации, прям... Ладно, спокойствие. Спокойствие. Это Dark Souls. Пойду этим путем теперь.
сейчас меня будут иметь. Один ноль. Thank you.
Ох, жесткий он, прям вообще. В натуре чемпион.
Ну, как блин, а? Ладно, в следующей серии продолжим. Время закончилось. Да вообще, я, конечно, чуть-чуть рано к нему пришел. Мне бы щит еще проапгрейдить, меч. Особенно меч. Щит-то вроде держит. Ну и вообще, еще есть куда пойти. Я, правда, там дальше архивы начинаются. И терпеть не могу эту локацию, поэтому, ну ладно, увидимся в следующей серии, пока.